В Кубанском госуниверситете прошла студенческая олимпиада в рамках национального проекта «История российского предпринимательства». Студенты отвечали на вопросы о купцах и промышленниках, которые внесли большой вклад в развитие страны. Цель проекта – напомнить об исторической миссии отечественных предпринимателей и показать на примере выдающихся меценатов, что ведение бизнеса может быть не только прибыльным, но и благородным занятием. Ведь развитие торговли и промышленности в России всегда шло рука об руку с наукой. Победителем регионального этапа стала студентка экономического факультета Анастасия Бойко. До революции очень развивалось меценатство, поддержка культуры, образования, науки. Ну, в частности, вот известный род Демидовых. Они учредили Демидовскую премию. Но я думаю, что эту традицию нужно возрождать. У нас получилось одно первое место и три вторых, потому что три участника получили одинаковые баллы. Это говорит о достаточно высоком уровне подготовки специалистов. В рамках проекта также проводится конкурс школьных сочинений и журналистских работ. Принять участие в них могут все желающие. Условия изложены на официальном сайте проекта «История российского предпринимательства».